самом-самом дне фонариком подсвечу темное. Ну да, и мы тем... доводим концентрат. Режим 2.1. Она уже более щадящая у нас, как бы материал, он остается больше в нижней части трубки. Но при этом здесь тоже выплескивается. Да, тут более аккуратно. Здесь у нас магнетит, пикролинит, гранаты, здесь силуэты, кварц, радиоклазы. We take one scoop. Это у нас Leech Kimberlite. Трубка Карпинская, да? Карпинского. Карпинского Pipe One. Там несколько трубок Карпинского. Да. Один и два. Ну, допустим, возьмем три. То есть это у нас сейчас как бы новая проба, да? Угу. Рассеиваем ее на 5 классов, начиная от 0,5 мм. Ура! Наконец-то! Вот он сейчас сам сменил режим. То есть мы можем задать хоть сколько режимов, проконтролировать время, которое они будут работать. Единственная операция, которая ставится вручную, это добавлять воду. Да. На самом деле, на данном этапе, я думаю, это даже удобно, потому что нужно там слить резко. Все остановил, воду закрыл, и тогда ничего не теряется. Здесь у нас предварительный концентрат. Все тяжелые минералы где-то там. Это самая тонкая фракция отстаивается. Все пошло. Да, мы сейчас загрузили фракцию меньше 100 микрометров. И вот включаем режим. Не, хватит. Там как раз частота есть. Так, который есть. Можно старт нажать просто. Мы запрограммировали три режима наиболее эффективных. Так, там выбрать. Вот, самый первый. И процесс пошел. Тут мы уже наработали первый концентрат. Очень мало зерен. Тяжелой фракции. Так, у нас идет второй тестовый день. Вот мы вчера наработали продукты по трубке Маркока. Пытались выделить микроалмазы, но не нашли. Нашли только огромное количество спутников. Пикроальминит, хромит и различные гранаты. Зеленые, оранжевые. Вот. Ну и в целом отличное помещение. Вот наверху стоит бак с дистиллированной водой, сепаратор, ноутбук,
рабочее место, сита, продукты. Есть электромагнитный сепаратор, бинокуляр, сушильный шкаф.